Кузница талантов или универсиады, конечно же, это самое главное событие, потому что мы сейчас тоже, насколько я знаю, вручим юни-элиту, юни-резерв, именно те коллективы, которые будут участвовать до универсиады, во время универсиады, а самое главное, на церемонии открытия-закрытия более миллиарда человек увидят наших талантливых детей, которые до сих пор нас продолжают здесь радовать. Спасибо огромное организаторам, спасибо родителям, спасибо детям вам. И, друзья, с номинации юни-резерв награждается Сыпель Разетдинова, село Аттаныш. Сыпель вручается дипломы, подарочный пакет. Под ваши аплодисменты. Также по этой же номинации награждается вокальный ансамбль «Улыбка», поселок простого типа Кукмар. В номинации «Юни Элита» получают дипломы, подарочные пакеты Диля Халилова, город Казань. А также в номинации «Юни-элита» награждается ансамбль танца «Татарстан», город Набережные Челны. Номинация «Вокал соло». Первая младшая группа. It's true, I'm ready for that day.